Ну, теперь прям, ох ты, что-то тут вспыхнуло у меня огнем. Колбаса, что ли, рванула? Не понял я. Нет, что-то лопнуло, вон, правда. Колбаса. Дай что-нибудь. Или ты мне помоги перевернуть. Лопнуло, подгорело, видать. Давай вдвоем, но... Вот только пламя откуда, я не понял. Ага, вот она где порвалась. Пережарили. А теперь тут долго будет жариться, наверное. Может, надо уголок. Цвет шикарный. Телефон маленько еще осветляет, цвет более темный. О, сочная какая, смотри. Там водичка вон. Так, а я знаю, что сделаю? Я солью сейчас, наверное, эту жижку. Или что, или не надо? Не надо. Ну, масло, если долью, ничего, она не будет с водой стрелять. Не будет, сейчас посмотрим. Ну, я чуть-чуть. Я все-таки не понял, что у вас поменилось-то? Блин, на видео, кажется, не попало. Пламя прям такое на сковородке. Я от страха отдернул телефон. Так вот, чтобы она не прилипла. Сковородку обязательно надо мыть. Если перед тем, как что-то жарить. Иначе, да причем. Иначе будет все пригорать. Видите, у меня мытое, ничего не пригорает. Даже колбаса вот вышла, которая. И колбаса. Ну вот в одном месте пригорела. Потому что я, видимо, плохо помыл. Я ее просто под водой так провел и все. И слил. Так, вот, все смотрим. Смотрим, что получилось. Ну, уже поджарилось. Я думаю, хватит, наверное, да? Все, выключаю. Чик. Будем дегустировать вчерашнюю нашу работу.